Всем привет! Меня зовут Дмитрий Курочкин. Сейчас я нахожусь на охоте и хочу вам этим видео сделать обзор маночка, который называется DK Calls. ДК — это первые буквы моего имени и фамилии — Дмитрий Курочкин. Значит, этот маночек мой. Этот маночек сделал вот я. Маночек на утку. Стою я сейчас на лодке, поэтому можешь немножко качать. Прежде чем делать обзор, хочу рассказать немножко, как я к этому пришел, почему я начал делать свой манок. В первую очередь, это что меня подтолкнуло делать свой манок. Дело в том, что моя жизнь, мой образ жизни связан с охотой на водоплавающую птицу, на уток и гусей. И, как говорится, мой образ жизни меня подтолкнул к этому. То есть я начал делать свой манок. А также немаловажный фактор того, что я начал делать, это то, что мне хочется, чтобы на российском рынке было больше хороших, доступных манков. И сейчас есть, в принципе, доступные и неплохие маночки, но хочется, чтобы еще было больше хороших действительно маночков, которые могли радовать охотников. Пока это маночек у меня на утку. Есть разработка манка на белолобого гуся, есть на черка, и есть маночек на утку с двумя язычками. Но пока они, эти данные манки, в серию не вышли, а выйдут к февралю 2017 года. На данный момент это маночек с одним язычком. Перехожу как раз к обзору. Вот он у меня висит на подвесе. Уже вечерка. Плоховато видно, но я думаю, сможете разобрать. Значит, манок выполнен из дерева. Мундштук у него деревянный. Горн пластиковый. Пластик в данном случае капролон. А мундштук бук. У манка есть колечко, в данном случае это нержавейка, но большинство манков, которые я делаю, это латунь. Особой разницы нет в колечке, свойства выполняют свои как и латунь, так и нержавейка, но дело в том, что нержавейка просто более трудоемкая в обработке, потому что этот манок я делаю полностью своими руками, от и до, от настройки до обработки из куска бруска или стержня капролона. Полностью ручная обработка. Даже колечки полностью, то есть моя работа, скажем. Ну, естественно, не отливка их. Поэтому основное — это все же латунь колечко. На маночке есть проточка. Я уже снял с подвески. Вот у меня подвеска свободная. Требует всего лишь одну подвеску. Почему я пришел к одной подвеске? Потому что очень много манков пользовал, где два шнурка. Мне не очень удобно показалось именно держать манок в этой области горна, где еще крепится подвес. Решил эту проблему тем, что на вставке есть уплотнительное колечко. И тем самым вставка никогда не потеряется. Даже если она потеряется, также вот сейчас как раз расскажу о особенностях вообще этого манка. Значит, приобретая данный манок, вы можете рассчитывать на полный сервис. Это значит замена язычков, пробок. Ну, естественно, как бы там почтовые услуги, какая-то сумма за них будет. Но она незначительная. И хочу сказать о том, что действует пожизненная гарантия на маночек, на мундштук, на звуковой узел. Поэтому, если вдруг у вас случится там потеря, и она будет по моей вине, то есть лопнет колечко или просядет что-то, я без проблем вам это все заменю. Что касается деревяшки, будем называть дерево, да, в данном случае бук, будут варианты более дорогих манков. Это черное дерево, хедж, кокобола. Те части тоже будут подлежать гарантии, то есть только оплачиваются почтовые пересылки. Вы мне, я вам, соответственно.
Но практика показывает, что, как правило, дерево ведет себя хорошо. Дерево в данном случае не стабилизировано, покрыто лаком. Есть внутренняя пропитка от разбухания, то есть слюна не страшна этому дереву. Значит, вставка, язычок прозрачный, пробка пробковая, именно пробка, резина пробка или пробка. Есть небольшие конструктивные отличия в пробке от других манков, это вы уже сами увидите. Это тоже влияет на звук и влияет как бы на залипаемость манка. Хотя немножко остановлюсь на залипаемости. Основная проблема залипания манка — это в вашем неправильном выдуве. К любому манку можно подобрать выдув, и манок не будет залипать. Я говорю про манки, которые настраиваются вручную мастерами, кто их делает. Не говорю про манки, которые отливаются на пресс-форме. Те манки могут залипать, и с ними, как говорится, вон, кстати, утка полетела. Сейчас буду крякать, может, и налет будет. Ружье у меня, кстати, с собой. Вот мое ружье. Значит, буду держать его наготове. На мундштуке стоит клеймо в виде перышка. Это мой логотип, разработанный мною и моими друзьями. Кстати, хочу сказать большое спасибо моим друзьям, которые подтолкнули меня на это дело, которые помогли мне словом и делом. Значит, вот такой вот логотипчик. Ну, на камеру, наверное, очень плохо видно, потому что все же вечерка уже. Тут перышко и буковки DK Calls. Но к видео будет описание, и там будут указаны все ссылки на соцсети, где можно пообщаться по этим манкам, получить мою консультацию. И также будет ссылка на мой сайт, где можно будет зайти, почитать о этом маночке, выбрать его, заказать. А также будет раздел с обучением. На моем сайте можно будет записаться на обучение как и на утку, так и на гуся в том числе. Что касается обучения, к каждому манку, абсолютно к каждому, будь то гусиной, черковой, утиной, будет идти бесплатное онлайн обучение. Что значит это обучение? То есть вы, получая манок, получаете с манком сертификат, в котором будет указана гарантия, соответственно, пожизненная на манок, да? Далее будет указан путь, ну, тот путь, как пройти на бесплатное онлайн обучение. Соответственно, один раз в месяц я буду проводить это обучение. Вы можете будет зайти по ссылке и онлайн со мной пообщаться, задать какой-то вопрос. Послушаю я вас, вы меня послушаете, о чем я буду говорить. Это будет базовое обучение, там не будет сверхъестественных каких-то команд. Это будет самое базовое обучение, направленное на охоту. Именно на охоту с маночком. Ну, в данном случае с моим маночком. Значит, как я уже говорил, язычок и уплотнительное колечко и пробка. Вот эти три части, из которых стоит звукоузел. Ну и мундштук. Маночек, я отнесу данный маночек к классу универсальных. То есть он отрабатывает и, скажем, в замкнутых пространствах, в узких каких-то бочишках, заводинах, так и на громких расстояниях он докричится, достучится, дооптится. Все дело как бы в вас, то, как вы подберете к нему свой выдув, так как то, как вы научитесь на нем работать. Этот маночек настраивается вручную. Забегу немножко вперед, что в будущем будут манки, которые будут также настраиваться вручную, но они будут выпускаться в более, скажем, бюджетном варианте, будет полностью пластик. Эти манки ни в коем случае не будут отлиты, потому что я против отливки. Об этом я сейчас не буду говорить, почему. Но все звуковые свойства, присущие моим манкам, они сохранят и будут отвечать моим и вашим, соответственно, надеюсь, требованиям. Что я сейчас могу вам еще показать? Ну, наверное, покрякаю, потому что уже несколько уток пролетело стороной, а так я сейчас говорю об этом, не могу покрякать. Ну вот, давайте покрякаю. Сделаю сейчас, значит,
те звуки. Сейчас осень у нас, сентябрь месяц, середина. Сделаю те звуки, которые я использую на охоте именно вот в это время года по утке. А потом сделаю несколько звуков, скажем, более спортивных, которые утки, например, не делают. Отвлекается, где-то сидит. Запись остановилась, потому что уже больше 10 минут я снимаю. Аппарат у меня больше 10 минут не позволяет, вернее, больше 11 снимать. Полетели. Отвлекается в камышах. Ну вот те звуки, тот набор звуков, которые, как правило, я и мои друзья используем на охоте. Есть еще один из звуков, так называемый хайкол. Он, утки его, конечно, не делают, но он, в принципе, работает. Утка крякала, если, может, камеру слышно.
В принципе, манок отрабатывает все звуки, и в том числе спортивные. Я как бы считаю, что манок должен отрабатывать эти звуки в каком-то роде, держать их ровно, несмотря на то, что он там громкий, тихий, но все же к тихому манку стоит относиться как-то не так, как к универсальному или там громкому манку. Все же он тихий, направлен немножко и заточен под другое. Но этот манок универсальный, он отрабатывает как тихие звуки, тихие кряки, квачки, поскуливания, сочетание звуков. Так, в принципе, и громкие звуки у него получаются ровненько, довольно стабильно. Нужно немножко просто потренироваться, подобрать к нему выдув. Ну и все, наверное. На этом, я думаю, обзор закончим. Наступает вечерка, вешаю манок на подвес, потому что стрелять надо будет. Я думаю, будет утка. Немножко... Утки откликаются абсолютно со всех сторон. Утка очень плотно сидит, но вечером все же поднимается, уже практически по сумеркам. Долго мы не стоим, подствольники не используем. Постояли вечерку, хватит, свое взяли, уехали. Вот она летит. Держи, Дим! Мне товарищ там, друг мой, стоит, Димка Кум. Вот дробь падает у нас. Крикаж заходил. Кстати, что касается... залипание, да, манков, я немножко остановился на этом, но кратко, да, нужно подобрать выдув к манку в первую очередь, то есть никого не слушать, а именно подобрать выдув самостоятельно, потому что большинство людей, кто манит, с кем я общаюсь, потому что я провожу обучение, даже не могут раскрыть половину потенциала своих манков. Я не говорю, как бы, что я раскрываю весь потенциал манков, но большинство все же, конечно, не может раскрыть. И если там дуют манок там, известных там, мастеров, и манок залипает, то есть все, манок залипает, не работает. Ребят, надо научиться правильно подобрать выдув каждую манку, научиться работать на нем. Если у вас обильное слюноотделение, то тогда вам нужно идти и покупать те манки, которые сделаны специально для таких людей или для таких условий, где избыточная влажность или где избыточное у людей, у кого избыточное слюноотделение. То есть, если вам и эти манки не подходят, ну, ребят, надо, значит, тренироваться, чтобы меньше выделялось слюны. Есть, я думаю, выходы из этих ситуаций, но все же к манку нужно подобрать выдув. Я сейчас, этот манок уже у многих есть, я его... отдавал своим друзьям, у тех, которых действительно обильное слюноотделение. И этот маночек неплохо показал себя. То есть проблем с залипанием у него не было. У меня просто сейчас нету, нечем воду набрать. Хотя есть, вот, есть бутылочка, чисто случайно в моем рюкзачке. То есть вот бутылочка, вот манок. Я наливаю воду, вот она льется, я ее выливаю, опять наливаю. У меня вот нет проблем со слюноотделением, поэтому проблем с залипанием каких-либо манков у меня абсолютно ноль. Стряхиваю. То есть он, да, на первых порах он как бы стопорится, потому что еще есть влага, но при правильной подаче отрабатывает абсолютно любой манок. Даже системе против залипания имеет на первых порах как бы небольшой затык, но это не показатель, поверьте мне. Я много манков держал, во многие манки дул и очень давно с ними охочусь. То есть в моем, в том числе манке, тоже система не такая сложная, язычок, пробка, есть особенности, но этот манок, если залипнет, то только все дело у вас.
То есть вот он был только что с водой и абсолютно ровненько отыгрывает. Ладно, и так уже наговорил больше 15 минут. Надеюсь, этот обзор... Сейчас подниму баночку свою. Баночка упала. Этот обзор поможет вам определиться и сделать свой выбор. Как его заказать, вы можете посмотреть в описании к ролику. Там будут даны ссылки на соцсети, будут даны ссылки на... Ссылка на мой сайт dkcalls, он так и называется, dkcalls.ru. Активно идет обсуждение в Facebook, ВКонтакте. В Одноклассниках меня нет. В принципе, достаточно этих сетей. Есть на Ганзе моя тема. Ну и приглашаю всех завтра. Вернее, да, уже получается послезавтра, в воскресенье, на открытый семинар-мастер-класс, а также презентацию этого маночка. Те, кто находится в Москве, а те, кто находится в области, пожалуйста, по ссылке сделаем онлайн, скажем, прямую трансляцию. Всем пока, пишите комментарии к видео, пишите свои вопросы в соцсетях, постараюсь ответить. И полностью как бы не просто продал манок, а хочется по-человечески продал манок и еще какой-то контакт, если какие-то вопросы. Понимаю, что народу много может быть, но постараюсь по максимуму отвечать каждому, подходить каждому. Ну и до скорых встреч на охоте. Пока. Оп.